Дождались. Вместе с календарной зимой в Мариэл пришел мороз. Первый зимний день порадовал жителей региона солнцем и сухим воздухом. По словам синоптиков, такая погода продержится до следующей недели. Осадков пока не ожидается. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до 20 градусов ниже нуля. Кстати, специалисты различают три вида зимы. Это календарная с 1 декабря, климатическая, когда среднесуточная температура воздуха становится отрицательной, и астрономическая. Она придет к нам 22 декабря с момента зимнего солнцестояния и продлится до 21 марта, до весеннего равноденствия. Анкит и Капил в Йошкар-Оле живут шестой год. В 2017-м ребята поступили в один из вузов Мариэл. Переехали к нам из солнечной Индии. Сначала привыкали к местной осени, а потом и к зиме. Чуть позже поняли, легкий морозец и снег им все-таки по душе. Анкит говорит, что у себя на родине в северных регионах Индии снег он видел, но в таком количестве только в Мариэл. Мы тут сфоткали очень много, когда снег пришли тут. И еще гуляли. И играли тоже, даже футбол играли снегом. Классные одежды. Еще классные. Солнце есть иногда. Еще это очень красиво со снегом. Со стороны может показаться, что Анкиту и Капилу не страшны никакие морозы. Но ребята честно признаются, мерзнуть начинает в минус 15. Поэтому теплый комплект одежды у них тоже есть. Радует студентов и хрустящий под ногами снег. Холод я люблю больше, чем лето. Радует меня и снег. Мы можем гулять, играть и делать красивые фото. А еще тут люди хорошие. Они переживают, что нам может быть холодно. А вот для Тимофея из Мариэл холодно становится в минус 20-25. Идеальная зима для него – это 12 градусов ниже нуля и безветренная погода. Подштанники, зимняя куртка, перчатки, конечно, шапка теплая, кофе. Зима – это, скорее всего, для меня Новый год приближается, праздники. А за что я люблю зиму, особенно в Мариэл, это огромные снегопады, в которых можно погулять. Еще зима – это здоровье. В холодном воздухе кислорода примерно на треть больше, чем в теплом, благодаря чему улучшается кровообращение, да и цвет кожи становится здоровее. Помимо этого, низкие температуры закаляют нас, а погуляв немного на свежем бодрящем воздухе, можно снять даже умственное напряжение. К тому же зимой воздух становится чище, а все из-за того, что часть вредных веществ впитывает снег. И самое главное преимущество этого сезона в том, что он ассоциируется с волшебством и уверенностью, что все обязательно будет хорошо. И в такие моменты в зимнюю сказку начинают верить даже взрослые.